Текст не важен, главное музыка. Официанточки там, свечки, люстра. Няу. Я сейчас буду слушать украинских исполнителей и для журнала «Слух» буду комментировать. Ну, я думаю, что мне все понравится, поэтому не бойтесь, ничего плохого не скажу. Образ твой мне снится, мокрые глаза, слезы на ресницах, океан без дна. Все, выправилась. Поначалу бедная девушка. Но так бывает. Когда человек поет вживую, знаете, как мой друг как-то сказал мне, Лайма, даже если ты когда-нибудь мимо споешь, не волнуйся. Я был только что на концерте, много лет назад, в концерте «Хьюстон». И она говорит, весь концерт мимо спела. Поэтому поначалу было грязно, но потом выправилось, ничего. И низко просто. Да-да-да-да-да-да-да. На дискотеке колбасы тебе по голове, все хорошо. Всего. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, вы подобрали специально всех таких, которые поют так, типа, сексуально. Ну, примерно как моя песня про Муму. Я как Муму. Это манера, я даже не могу критиковать, но у человека такая манера, и это может многим нравится. Ритм мне нравится, но хотел бы более точно, помощнее. Знаете, когда ты чувствуешь, что есть запас, но если это включить нормальной громкости, это будет намного круче, наверное. Коррупция. Прикольно. Клево, уже клево. Я когда слышу такое мещанское немножко, официанточки там, свечки, люстра. Нормально, ну что, ничего не скажешь. Такой проект, но ничего выдающегося такого. Ну, просто актуально, наверное, всегда. Поэтому это всегда будет покупаться. Это клево. Это мне нравится. Это уже металл. Вампир! Настоящий джинджер. Острый джинджер. Это мне нравится. Знаете, как всегда ищешь краски. Когда особенно национальное что-то примешано. Вот я на своем фестивале всегда ищу тоже краски. Я хочу, чтобы восточные участвовали какие-то ансамбли или певцы. Краски, краски. Вот здесь есть краска. Вот. Мы слушали все. Первый раз необычная краска. И манера исполнения прикольная, хорошая. Ритмическое пение. Все нормально. Но я еще раз повторяю, критиковать так, слушая, невозможно. Что он может быть такой харизмой, что все остальное не важно. Масса музыкантов, которые есть намного сильнее, но какое-то волшебство у одного. Поэтому это несправедливо, когда так прикалываешься, просто, знаешь, критиковать легко, создавать тяжело. Мне нравится. Супер звук. Атмосфера классная. Звук приятный. Сыплый голос, голос такой. Просто интересно, тоже по одной песне, что я мог понять. Надо, чтобы что наверху будет, что будет происходить при каком-то давлении, есть ли темперамент, или так и будем спать. На самом деле, это как раз мне казалось, что в одном стиле примерно. Первый год это не показатель. Это такое притирание. Если я уеду довольна, это будет уже удивительно. Она должна найти свой какой-то стиль, как мне говорили. Лайма, как ты можешь? Там же и классика, там же джазовый певец. У нас называется фестиваль «Рандеву».
возможность встретиться с молодыми исполнителями, только вообще неизвестными никому, с очень популярными. Поэтому в этом году это только знакомство и заявление, что мы есть. А дальше мы уже будем отбирать от вашего, из вашей фонотеки, будем отбирать музыкантов. Я буду знакомиться с украинскими исполнителями, и украинский исполнитель будет знакомиться еще со звездами из разных стран. Это моя мечта, то, что мы, к чему мы идем каждый год у себя в Юрмале. Oh,